Сейчас эти ребята учатся в старших классах, а в будущем, возможно, их объединит клятва Гиппократа. Определиться с будущей профессией юношам и девушкам уже не первый год помогают представители медико-санитарной части. Сотрудники больницы рассказали ребятам о специфике работы медиков, важности и благородности их деятельности. Живое общение со специалистами – это прекрасная возможность получить ответы на самые разные вопросы и убедиться в правильности выбора профессии. Мы подробно рассказываем о каждом нашем звене, чтобы молодые ребята, девушки, юноши, определяясь в своем выборе, знали, что есть такая профессия врач. Профориентационное движение дает свой отклик. На сегодняшний день по целевым направлениям от МСЧ-135 медицинских вузах Смоленска и Москвы обучается около 50 человек. В 2018 году 4 выпускника десногорских школ вернулись домой специалистами. В этом году заявление на целевое обучение подали уже 17 человек. По мнению работников медсанчасти, такая деятельность имеет большой потенциал. Общаясь со школьниками, они увидели заинтересованность профессии медработника. Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.